counting. Seven Tango's on the other side. What the hell's he doing? He thinks he can control us with terror. Solid copy, I got your six. Let's move. He thinks he exists outside the law. No clean shot on the target. Stand by, I'll call out your shots. He thinks he can't be touched. But the last thing to ever go through his mind is my bullet. He's down. We are the elite. Oh, hello there. We don't do our job because we have to. We do it. Go, go, go! Because we're the only ones who can. Target in sight. There are soldiers. Fire! And then there are snipers. They're going down, they're going down! Ну что ж, народ, всем здорово. С вами вновь Казуку Фэмали. И мы начинаем проходить такой трэш, как Снайпер Гост Варьор. Теперь оригинал. Так что, в принципе, присаживайтесь поудобней. С вами Казуку Фэмали, а я кое-что проверю. И мы, в принципе, погоним в данный момент. Теперь основную кампанию. Так что ставьте лайки, приглашайте друзей, делайте чаечек, кофеечек. И не забывайте про колокольчик. Так, сейчас. Снайпер. Окей. Смотрим. Мирно, господа. Диас, а что здесь шпики делают? Эту операцию проводим мы, Андерсон. Я согласился отдать тебе главную роль, если только ты не напортачишь. Имейте в виду Сараева? Делай все по сценарию, и у нас не возникнет никаких проблем. 3 месяца назад российские наемники напали на секретную лабораторию в Арктике. Захватив большую партию биооружия вируса африканской лихорадки, они скрылись. По сравнению с этой штукой, черная смерть просто насморк. Утром мы узнали, что на Филиппинах у них есть покупатель. Вот он, Кавала. Гражданин Филиппин, главарь группировки Абу Саяф. Это означает, что его имя на одном из первых мест в списке пособников Аль-Каиды. Министр обороны отнес Калала к числу побочных целей. Увидел его. Стрелять. Нам известно имя русского главаря? Пока нет. Но это никак не влияет на основные цели опергруппы. Уничтожить противника в районе проведения сделки и перехватить биологическое оружие. Всем ясно? Удачной охоты. Окей. Поступим таким образом. Келлер, идешь со своими ребятами вдоль реки. Остановитесь на берегу позади радара. Мы с Андерсоном отрежем от вас подкрепление противника, чтобы не тревожили. Встречаемся там. Идет. Удачной охоты. Что за фигня? Вот так фигня. Чисто, двинули. Текс. Стой, зря не палить. Контакт. Один солдат. По моему сигналу. Подожди ты. Готов. 3, 2, 1. Да, парень в сарае, видимо, ничуть не умнее. Теперь его очередь. Черт, что он делает? Кол, посмотри в тепловизор.
А я что делаю, блин? Перевей его. Ладно, выдвигаемся. Осторожно. А, можно через дощечку стрелять. Буду знать. Так. Ну, кстати, кто не понял, то, что было в Сибирском ударе, это вроде предыстория к этой части, что нашелся покупатель на биологическое оружие. Ну, в принципе, логично, вот. Такие дела. Так. Вперед. Да я иду, как бы. Есть данные о том, как охраняют этот радар? Очень мало. Он весьма эффективно нас блокирует. Поэтому нам и нужно его вырубить. Иначе наш отход после того, как штурмуем отель, получит название «Операция Задница». Ну, будем знать. Я что-то слышу. Не поднимайся. Справа. Кажется, их только двое. Давай вместе. Правый мой. Приготовься. Три. Два. Стой! Завтра я покидаю эту несчастную дыру. Черт, еле пронесло. Их слишком много, придется обходить. Идем по моему сигналу. Голову не поднимать. За мной. Тебе нужно привыкать все время брать, если хочешь. Что это был за шум? Черт, показалось, наверное. Держи за мной, Андерсон. Окей. Они направляются к нам, не шевелись. Недавно я получил сообщение по рации. Где-то у нас работает снайпер. От кого информация? Информация лично от кучки трупов с дырками от пуль. Кажется, работает снайпер и штурмовая группа. Думаешь, они движутся сюда? Это сказал американец. Он что-то знает, но нам не говорил. Слышал? Про каких американцев они говорят? Не имею ни малейшего понятия. Подумаем над этим позже. Сейчас есть дела поважнее. Ладно, выдвигаемся. Осторожно. Скорее всего, нет. Босс отдал какой-то новый приказ, и теперь все носятся, как ужаленные. Что-то явно происходит. Передаю приказ. Голову не высовывать. Видите или слышите что-то подозрительное, сразу сообщайте. Передайте остальным. Проверки каждые 10 минут. Никаких исключений. Слушай. Да, атмосферненько. Так. Это двигатель, пригнись. Пусть пройдут. Ага. Ты вообще в Африке служил? Нет. Нас подразделением ненадолго отправили в неделю. Да, это была приятная война. Андерсон, давай за мной. Приятная война. Текс. Не поднимайся. Берешь ближнего, второго оставь мне. Ну
давай посмотрим. На центральном участке множество целей. Разыграем комбинацию осторожно. Готовься. Я буду называть цели. Готов. Внимание, противник движется в нашем направлении. Отставить. Рядом с нами катер, не стрелять. Черт побери. Да, я знаю. Попробуем переждать. Что случилось? Почему ты тут остановился? Чертов двигатель заглох. Ржавый ненужный кусок дерьма. Может, бензин кончился? Подожди-ка, пойду посмотрю, может, в кузове есть. Черт, спокойно, пока не стреляй. Эй, стой! За работу! Что? Все равно надо проверить. А ну зачем? Я все осмотрю, когда приедем в главный лагерь. Садись поудобнее. Еле пронесло. По лодке чисто. Вышиби ему мозги, раз уж он там. Так, парень на причале один. Огонь разрешаю. Цель возле костра. Движется. Посмотрим, куда он пойдет. Чисто. Давай, стреляй. Слева. Снимем их одновременно. Хорошая работа. Идем. Окей. Рейзер 31, доложить обстановку. Говорит 31-й. Мы на западном берегу. Сопротивление минимально. Время прибытия к месту встречи тоже. Прием. Все, понял, 31-й. Так держать, Келлер. Ура! Ура, так ура. Не поднимайся. Да подожди ты. Текс. Стой. Мимо тех двоих, что на выступе, нам не проскользнуть. Берешь того, что справа. Я нейтрализую второго. За мной. Не стреляй. Подождем. Прячься под причал. Окей. Под причал так под причал. Мой любимый одичал. Не поднимайся. Ты еще работаешь со своим скупчиком? Парни, мы из Сингапура. Ну да, только что сбагрил. Держись поближе. Ролик. Поможешь с ним связаться? У меня набралось приличные драгоценности из наших заложников. В основном золото. Ладно, выдвигаемся. Осторожно. Конечно же я вас свяжу. Даешь мне половину и дело в шляпе. Очень смешно. Я серьезно. Ты хочешь половину только за то, что нас свяжешь? Твою мать, ты серьезно? Эй, придурок, посмотри вокруг. Ты на чертовом вонючем острове. И тут некому сбывать вещи. Хочешь сбыть свои драгоценности, работай через меня, а я беру половину. Когда ты превратился в такого жадного ублюдка? Мне нужен от тебя лишь ответ, да или нет. Нет! Ты меня понял, придурок? Нет! А я знаю, что ты обязательно передумаешь, как только поймешь, что в городе тебе больше не к кому обратиться. Ну а пока вали отсюда! Mm-hmm.
Да, тут забавные иногда бывают диалоги. Налево. Окей. Я что-то слышу. Боже мой, ты похож на зомби. В зеркало смотрелся? Это нормально. Я двое суток не спал. А что случилось? Ладно, выдвигаемся. Осторожно. Заменял этого ленивого засранца, Дмитрия. Его уже 2 дня в лазарете держат. Неудивительно. Что ты имеешь в виду? Враг впереди. Идиот. Снимаем его по-тихому. Понял. И в первый же день его укусили. Так, не говори. Мать твою. Насколько все плохо? Доктора говорят, ногу, наверное, придется отрезать. Но это все равно, что помереть. Так что он решил ничего не трогать и посмотреть. Может, само пройдет. По крайней мере, был бы жив. Да ладно. Мы же не в армии, коллег не держим. Ты что, думаешь, что босс оставит его силу? Да не, думаю, босс попросит своего помощника, и тот перережет Дмитрию глотку и бросит труп в реку. Это очень хреново. Говорю, у нас не богадельня. Текс. Да, сбивается дыхание жестко, конечно, здесь. А это еще что за фигня? Гражданский спортивный самолет, очень старая модель. На вид очень неустойчивый. Думаешь, стоит его трогать? После вас. Дерьмо. Быстро заканчиваем здесь и линяем. Ну, давай посмотрим. Можешь спрятать оружие. Это будет очень непросто. Ну, как всегда. С правой стороны лагеря идти нельзя. Слишком долго нужно быть в воде. Нас порвут в клочья. А вот слева все наоборот. Думаю, мы сможем с ними справиться, если сыграем грамотно. Стреляй по моей команде. Точность здесь решает все. Справимся. Начнем по порядку. На берегу двое ремонтируют лодку. Сначала сними того, что возле мотора. Теперь займись другим. Снайпер в самом высоком доме. Он цель номер один. Смотрим влево. Парень кружит, как стервятник вокруг здания. Жди, когда он скроется за левой стеной. Двое солдат ошиваются возле дома. Видишь их? Да, вижу. Стреляй в рацию, это их отвлечет. Она в нише с правой стороны дома. А теперь давай. Теперь займись другим. Убийство подтверждаю. Думаю, мы только что крупно облажались. Черт побери, держись за что-нибудь.
Бог ты мой! Точно. Давай, нам нужно исчезнуть. Они тут все обыщут. Забудь, нам никак нельзя светиться. Альфа, доложи, что у вас там произошло? Этот старый кусок металлолома наконец упал с утеса. В квадрате чисто. Куда ему и дорога? Пусть гниет внизу. Возвращайтесь. Давай. Отличный выстрел. Ха-ха. Ладно, выдвигаемся. Осторожно. Чтобы пересечь пляж, нам придется их отвлечь. Заложим в этот дом заряд С4. Они отвлекутся, и мы найдем в их обороне слабое место. Понял. Ладно, выдвигаемся. Взорвем, когда отойдем на достаточное расстояние. Окей. Так и сделаем, команданта. Стой. Давай сюда. Эй, смотри в оба. Я и так смотрю. Не пари мне чуть. Ты слышал, что они сказали? Про то, что там снайпер. Нет, я стою вторую смену подряд. А еще у нас строгий порядок переговоров. Какой еще снайпер? Похоже, тут целое подразделение противника. Некоторые посты не отвечают. Раскрой свои чертовы глаза пошире и держи руку на спуске. Понял меня? Да, сэр. Хорошо. Нужно подготовиться к встрече с противником. Ясно, что вперед. Они пришлют настоящих профи. Отлично проинформированных и вооруженных. Вот здесь. Думаешь, сделка босса сорвется? Может, покупатель испугался? Не. Мне говорили, они лучшие друзья. Да плюс боссу, это все по барабану. Он настроен провести обмен во что бы то ни стало, несмотря на угрозу. Так что сделка состоится в любом случае. Пускай ее и пытаются сорвать. Ты на кого ставишь? Американцы? Австралийцы? Сам у них и спросишь. А лучше сразу башку им снеси. И сколько всего противников по оценкам? Сложно сказать. Если те посты действительно вот помочили, действует как минимум полный взвод. Тогда нас намного больше. Верно. Нас больше и у нас больше стволов. Но расслабляться нельзя. Взрывай С4, Коул. С головой, друг! Господи Иисусе! Нет, прочистите на ёбный километр! Сам по себе он взорваться не мог! Что ты тут встал? Туши огонь! Пусть твою пройдут. Мать, у меня... Сработало. Нужно шевелиться. Кто-нибудь что-то видит? Пипец. Чё за фигня? Блин, офигенно, аж отсюда. Бог ты мой. Точно. Давай, нам нужно исчезнуть. Они тут всё обыщут. Капец.
Может, с того момента и начать. Забудь, нам никак нельзя светиться. Альфа, доложи, что у вас там произошло? Этот старый кусок металлолома наконец упал с утёса. Квадратище. Что-то мы не так сделали, походу. Ладно. Я пока сделаю паузу, кое-что проверю. И мы вернемся, короче. Дорогие друзья, не прощаемся. Ну что ж, делаем второй раунд с того момента, с которого мы лоханулись. Вот. Так что продолжаем, дорогие друзья. С того момента. Погнали. Так. Не понял, мы что, снова что-то потеряли, или это потому, что мы наружу? Ух ты мой! А нет, нет, нет. Точно. Нет. Давай, нам нужно исчезнуть. Они тут все обыщут. Я понял. Забудь, нам никак нельзя светиться. Мы уже проходили это, давай. Этот старый кусок металлолома наконец упал с утеса. В квадрате чисто. Дай ему дорогу. Пусть бьет внизу. Возвращайтесь. Давай. Давай. Что давать? Двое противников стали очень удачно. Убей их одной пулей. Не светись. Что это было? Отличный выстрел. Ладно, выдвигаемся. Осторожно. Чтобы пересечь пляж, нам придется их отвлечь. Заложим в этот дом заряд С4. Они отвлекутся, и мы найдем в их обороне слабое место. Понял. Ладно, выдвигаемся. Взорвем, когда отойдем на достаточное расстояние. Я думал, тут какие-то... Баба какая-то. Непонятно, что за баба. Стой. Вперед. Давай сюда. Эй, смотри в оба. Я и так смотрю. Не пари мне чух. Ты слышал, что они сказали? Про то, что там снайпер. Нет, я стою вторую смену подряд. А еще у нас строгий порядок переговоров. Какой еще снайпер? Похоже, тут целое подразделение противника. Некоторые посты не отвечают. Раскрой свои чертовы глаза пошире и держи руку на спуске. Понял меня? Да, сэр. Хорошо. Нужно подготовиться к встрече с противником. Ясно, что они пришлют настоящих профилей. Отлично проинформированных и вооруженных. Думаешь, сделка босса сорвется? Взрывай С4, Коул. Нет. Мне говорили, они лучшие друзья.
Да плюс боссу, это все по барабану. Он нас... Головой, хирург! Господи Иисусе! Нет, братья, бейте руку по ведру! Сам по себе он взорваться не мог! Вот и тут встал! Туши огонь! Пусть твою пройдут. Мать, у меня там заначка была! Сработало. Нужно шевелиться. Заначка была. Вот это самое смешное меня рассмешило, блядь. Да бля! Сваливай же ты, сука! Фу, блядь. Так. В воду, быстрее! Да, окей, окей, не ори ты так. Парни, мы из Сингапура. Я что-то слышал! Чёртов свет сбил меня с толку! Да-да-да, проходите, ребята. С нашего двора. Думаю, мы отсиделись. Ага. Эти развалины должны примыкать к джунглям. Оттуда до возвышенности рукой подать. Да, окей. Трикс. Сколько максимум-то? Это к пистолету максимум? Или к снайперке? Не, походу к снайперке. Окей. Не дайте ему уйти! Обыщите местность! Русский момент. Замри! Не стреляй. Подождем. Стой, вперед! Чисто. Давай, стреляй. Дебил. А, это он их убил теперь, да? Ну ладно. Без проблем. Пошел, пошел, пошел! Да не ори ты, блин, я слышу. Чисто, двинули. На землю не высовывайся. Высовываемся, не высовываемся, как ты говоришь, чувак. Там ниже куча солдат. Чтобы двигаться дальше, нам нужно их отвлечь. Я приметил бензобак этого грузовика. Должен наделать немало шума. Перебей его. Стреляй в них, они нам подыграют. Принято. Давай, стреляй. Прямое попадание. Иду вперед. Да мы все вперед идем. В принципе. Снайпер вдалеке на колокольне. У него отличный обзор. Нужно его снять.
этом районе несколько одиночных противников. Нейтрализуй их издалека. Выследить их можно через бинокль. Ну окей. Ёпарасоте. Сколько их там? Текс. Блин, тот туда уходит, а я не могу его. Или подожди, или он вдаль уходит? Нет, он вдаль не уходит. Он туда-сюда ходит, да? Дальнего можно завалить. Отлично. Который вдалеке, да? Так, отлично. Этот разделяется. Но это был такой. Этот услышит взрыв. Район чист. Рейзер, это Юниформ. Доложите обстановку. Юниформ, наш тыл в безопасности. Противник нейтрализован или надолго отвлечен. Движемся к точке встречи. Все понял. Так, отлично. Ну вот, и практически никаких проблем. Такс. О, побережье. Иду. Так, Оу, я буду здесь. Прикрою Келлера и его ребят. Ты поднимайся на колокольню и займи удобную позицию. Удачи тебе. И тебе. Отлично. Приближается катер врага, ныряй. Не высовывайся. Пусть проплывут. Отлично. Текс. Сохранение было. Походу. Текс. Опять снова нырять, что ли? Или чё? Походу, что да. Опа. Текс.
Блин, вот это, блин, постоянно... Я в западной части станционного парка. Андерсон, когда будешь на месте? Я наверху, направляюсь ко входу в церковь. Вот и церквушка, да? Прикольная церквушка. В принципе. Так. Можно, наверное, перезарядиться. Это было бы это слишком глупо. Это было слишком глупо. Чего? А их что, тут же собирать эти, что ли, штуки и дырки? А, мне интересно. Опа-на. Натуре. О, пианино. Нахожусь в церкви. Поднимаюсь на колокольню. Хорошо. Можешь исполнить разок другой Аве Марию. Не помешает. Этот радар очень хорошо охраняется. Посмотрим, что можно сделать. Конец связи. Бутылка водки, по-моему. Блин, что здесь? А, это другая винтовка Драгунова. А нафиг она мне нужна? Ваша. Я на месте, настраиваю крупный калибр. Каков план игры? На связи. Дело теперь за мной. 32-й, ты нас сейчас видишь? Так точно, вижу вас. Мы поднимаемся на холм. Прикрывай. Кортес и Николс, вы со мной. Диас, ты на стрёме. Остальные охраняют позицию. Будьте готовы к отходу. Андерсон, прикрываешь нам спину. Спасибо. Постараюсь и вам по парочке цели оставить. Враг на причале, прямо по курсу. Зря не пали. Не стреляй. Подождем. Поддержка, мы позади причала. Нейтрализуйте патрульного. Мы заберем тело. Есть. Посылка получена. Андерсон, противник у первой хижины на берегу. В контакт пока не вступай. Попробуем переждать. Стреляй тогда, когда они повернутся друг к другу спиной. Мы должны сохранять скрытность как можно дольше. Давай уже. Неплохо. Давай второго. Давай. Все хорошо. Тихо и незаметно. Допустим. Противник слева на балконе. Андерсон, что там? Все уже чисто. Что там у тебя? Здесь под контролем. Подвигаемся на новую позицию. Парни, всем смотреть в оба. Есть контакт. Снайпер на вышке. Сними его, прежде чем он заметит труп.
что за фигня? У них вертушка, не стрелять, не стрелять! Тебе нужно просто его пересидеть. Будет очень плохо, если он нас заметит. Хорошо. Пусть убирается, не шевелись там наверху. Замри. Еще совсем немного. Чисто, давай стреляй. Объект уничтожен. Три цели на платформе, нужно их поделить. В смысле поделить? Первого снимаешь ты, мы берем остальных. Район чист. Район чист. Кто-то идет, прячься. Впереди патруль, два человека. Не дай ему поднять тревогу. Рейзер, убери его, пока не поздно. Все чисто, вперед! Отлично. 31-й, осторожно. Из-за здания я не вижу, что у вас с тыла. Я понял. Готовлюсь к встрече. Конец связи. Гоу, я направляюсь к ним. Прикрывай меня. Диас, неподалеку от тебя две цели. Первая на платформе, ближе к тебе, вторая на переходе. Она моя. Принято. Ну давай, убей чувака, дебил. Давай. Все чисто. Принято. Трое впереди, движутся. Подожди немного, посмотрим, что будут делать. Ну давай. Ну давай посмотрим. Можешь спрятать оружие. Кажется, они просто болтают. Заткни их. Действуем. Хорошо, все чисто. Я почти на месте. Контакт. Нужно покончить с целями прямо на моем пути. Начинай их снимать, когда патрульный повернется к тебе спиной. Понял. И скоро потребую. Тридцать второй. Я встретился с ребятами. Готовимся штурмовать район возле радара. Как слышите? Все понял. Прикрываю вашу задницу. Действуем. Прижми этих ублюдков! Сектор чист. Пошел, пошел, пошел! Хорошо. Их систему, скорее всего, можно легко заразить вирусом. Разведка считает, что почти вся техника выпущена в начале 90-х. Понял. Добрались до цели. Загружаем вирус. Готово. Теперь эта штука и падающий метеорит не засечет. Постой. Что-то здесь есть. Наверное, захочешь это услышать. Что будешь делать со шпионом? Конечно, его нужно допросить, идиот! Отведи его в комнату босса рядом с вертолетной площадкой. С ним ничего не должно случиться, понял? Да, сэр. Но я готов спорить. Если он попадет к телохранителю босса, то ему придется опять отмывать стены. Мы отправим данные заложники в центр спецоперации. Будем держать вас в курсе. Андерсон, теперь отправляйся к месту заключения сделки. 3-1 закончит с теми, кто скрылся, и прибудет по воде. Угу. Окей.
6 дней назад. Агент Диас, не хотите подробнее остановиться на записи с радара, который вы недавно разжились? След, который мы взяли в Сибири, месяц назад запалили. Это случилось после того, как организация решила ввести туда небольшую контртеррористическую группу, чтобы найти украденный патоген. Вскоре связь с ними оборвалась. И их признали погибшими. И ты нам об этом рассказываешь только сейчас? Запрашиваю разрешение пойти в обход, чтобы найти и вытащить нашего человека. У него могут быть ценные разведданные. Задание все то же. Занять позиции и приготовиться к штурму отеля. Юниформ, конец связи. Ну да, миссия в Сибири, которая в дополнении была, что я и говорил. Всем группам проверка связи. Рейзер 32 слышит вас четко и громко, юниформ. Это 31-й, слышу вас хорошо, прием. У нас дополнительная задача. 31-й должен занять позицию комплекса, где предположительно удерживают нашего человека и ждать поддержки Андерсона. Сняли. Если не сможете найти этого человека, спасательная операция отменяется. У нас совершенно нет времени играть в прятки и искать призраков. Андерсон, наш офицер по связи лейтенант Венс поможет тебе с выбором маршрута. Поскольку радар выведен из строя, мы теперь можем запустить беспилотник. Давно тебя не слышала, Андерсон. Привет, Венс. Как там Гордон? Ушел недавно в ЧВК. На связь почти не выходит. Мы все надеемся, что он наконец к нам вернется. Мне он нравился. Говорил мало и был чертовски хорош в своем деле. Ну да, есть такая фраза. Болтун, находка, по-моему, для этого. Шпиона. Вот. Так что... Блин, ну с ночным видением тут практически, блядь... Хоть глаз выколи, бля. Не видно ни хрена никого. Немноженько. Так, ладно, мы постараемся что-то видеть. Чего? Ну да, только что сбагрил ему партию часов. Ролик? Конечно же, я вас вижу. Даешь мне половину и дело в шляпе. Он что, один там болтает? Дурак, посмотри вокруг! Ты на чертовом вонючем острове! И тут некому бывать здесь! Будет... Надеюсь, больше их не было. У них тоже ночное видение, блин. Офигеть. Просто офигеть. Нужно быть аккуратным в этой области. Тут чуваки могут быть где угодно. Ага. Ну, хоть что-то. Перезарядиться, что ли? А, это к пистолету максимум. Блин, черт. Я все путаю, блин, их местами. Бесит. Так. Сейчас дойдем до точки сохранения, и, наверное, в принципе, я вернусь. Наверное, в следующей жизни. Тихо. Он там один?
Ага. Может быть один. Черт, его не видно там. Там просто может быть еще не один чувак. Просто карта не до конца. Че, снайпер что ли? Охо-хо. Повезло нам, что это. Блин, все равно темнотища. Бесит. И что, нам в ту область топать, что ли, или что? А нет. А, это сейчас будет миссия с этим. Ну да. Я так и понял, будет сейчас миссия запаристая. Так. Рейзер 32 на месте. Вижу вас, 31. Поддержка готова. Ожидаем вашего сигнала. Найди нашего парня Андерсона. Осмотри район 32. Тут есть несколько зданий, в которых может находиться цель. Выполняю. Угу. Там есть здание, которое похоже на ресторан. Ну, мне так показалось. Поблизости четверо. Незаметно, чтобы они наблюдали за чем-то конкретным. Заложника бы охраняли получше. Они профессионалы, смотри повсюду. Вижу яхту, стоящую у причала. Все спокойно, наверное, уже разгрузились. Я вижу там 9 противников. Мы о них позаботимся. Продолжай осмотр. 1 Ми-17 на вертолетной площадке. Поблизости от него 4 цели. Нужное лицо не обнаружено. Прием. Вот дерьмо. Есть. Подтверждаю присутствие нужного лица. Большой номер со стенами из стекла, северо-западная часть комплекса. Рейзер, ты можешь определить его состояние? Так точно. Он жив, но его сейчас обрабатывают. Рекомендую немедленно его вытащить. Всем группам начать штурм с освобождением заложника. Действуйте быстро и незаметно. Без недочетов. Все понял, юниформ. Всем проверить оружие и приготовиться. Сейчас мы сорвем им вечеринку. Я обнаружил несколько сложных мест на пути к цели. Когда будете поблизости, постараюсь вас провести. Принято. Мы приземлились. Приближаемся к первой горловине. Келлер, если разделимся на две команды, то сможем передвигаться более скрытно и охватить большую территорию. Идет. Николс, пойдешь с Диасом. Гомес со мной. Мы подойдем к зданию с двух разных сторон. Ладно. Допустим. Контакт. Дозорный вышел из лодочного сарая. Никола со мной. Андерсон, без нужды не стреляй. Попробуем все сделать по-тихому. Допустим. Свободен, продвигаемся. Окей. Мы у длинной лестницы. Снайпер на вершине здания ее прекрасно просматривает. Сними его. Прямое попадание. А теперь вверх, нужно спешить. Нету дальше. Ладно, привал. Вижу две... Да, конечно. Давай отсчет. Снимем их одновременно. Итак, 3, 2, 1. Отлично, все получилось. Рейзер 32, мы застряли. Два снайпера в самой западной точке острова, на уровне крыш. У них под носом не пройти, запрашиваю поддержку. Я понял. Цель номер один уничтожена. Теперь займись другим. Обе цели уничтожены. Понял, иду дальше. Там сейчас полная задница. Две группы противников на уровне земли и повыше. 5 человек. Тех, что выше, нужно уничтожить в первую очередь. Ждем, пока все зачистишь.
Начальство подтверждаю. Теперь нейтрализуй второго. Все шито-крыто. Понял тебя. Теперь тоже нужно сделать с остальными. Твоя цель на корме лодки. Жду тебя. Район чист. Понял, иду дальше. Говорит Диас, мы у вертолетной площадки. Андерсон, три цели ждут тебя. У нас неудобная позиция, так что определяйся сам. Попробуй снять их одним выстрелом или жди, когда повернутся друг к другу спиной. Понял. Неплохо. Внимание, пилот вертолета полез куда не надо. Есть. Хорошо, южный проход чист. Последняя горловина. Нам не помешает помощь. Нужно снять парня в самом здании. Он смотрит во двор. Нужно, чтобы он исчез. Убийство подтверждаю. Видишь солдат, которые разговаривают? Убери любого. Выполняю. Неплохо. Цель слева. Вот дерьмо, убей его, пока он никого не предупредил. Мы на месте, готовимся к штурму. Диас, как дела у вас? Нормально. Нам, пожалуй, лучше будет разделиться. Если мы не уменьшим их силы до штурма, потом нас могут просто раздавить. У меня есть идея. У вертолетной площадки я заметил большую цистерну. У тебя ведь найдется пара клеймеров? Я понял твою мысль. Мы заминируем лестницу. Ты немного пошумишь, Келлер. План вроде нормальный. Как только мины сработают, отправимся на место. Так, сейчас я, дорогие друзья, вернусь. Не прощаемся. Так, я вернулся. Сейчас я тут налью себе водички немного. И мы продолжим, в принципе. Так что, сейчас, дорогие друзья, подождите. Мы продолжим. Так. Ой. Блин, нету тут просто пункта продолжить. Хорошо, Коул, ты дирижируешь. Концерт начинается по твоей отмашке. Неплохо. Все, пошли. Погоди немного. Одним махом, мы в игре. Давай, давай, давай!
Врываемся и зачищаем. Где за мной? Дальше. Голмы под огнем, стреляй по ним. Эндерсон, огонь, огонь! Огонь не прикрыт. Хорошая работа. Идем. Первый этаж чист. Дальше. Хоббис, прикрой меня! Цель справа. Чисто. Второй этаж чист. Заложник не найден. Давай, давай, давай! Вижу цель. Андерсон, у нас проблема. Заложника держат на мушке. Мы постараемся открыть для тебя боевика. Будь готов. Хорошо, принято. Ты окружен. Бросай оружие. Я обещаю, мы тебя не тронем, если ты это сделаешь. Положи руки на голову. Да пошел ты, мудила! Думаешь, я тупой? Вы бросаете все трое. Подойдите ближе, ему конец. Стой! Больше ни шагу. Медленно положи винтовку на землю. Даже не думай, что такой вариант действий поможет тебе спастись. Отпусти его. Тебе некуда бежать. Если я сделаю то, что вы, уроды, говорите, это ничего не изменит. Вот мой билет. Заложник спасен. Он в неважном состоянии. Юниформ, требуется эвакуация раненого. Принято. Вертолет готовится к взлету. Можете навести его по инфракрасному сигналу. Так точно. Все группы молодцы. Келлер, ты со своими людьми охраняешь район и ждешь птичку. Мы также отправляем вам снаряжение и еще два отряда. Андерсон, пойдешь первым и расчистишь путь к отелю. 31-й по рации организует встречу. Выполняю. Отлично справился, Андерсон. Взаимно. Позже еще поговорим. Лейтенант, как там рельеф? Опять пещеры и утесы. А затем территория базы отдыха. Она хорошо охраняется. О радиопереговорах во время штурма мне ничего не известно. Беспилотник уже над господствующей высотой. На цель! Ах ты, сучара. Окей. Доигрался, придурок. Так. Okay.
Отлично. Ты снова появился у нас на экране, Рейзер. Судя по тепловому излучению, за водопадом для тебя есть тропинка. Да пошел ты. Тейкс. Да, хоть глаз выколи. Тебя ждут в лагере. А где сегодня Григор? Погореть. До сих пор? Да, еле уже пошла. Так что с ним случилось? Олень его подвела. Не молодой вроде, а ведет себя. Этот идиот провел 8 лет в Камбодже и вдруг забыл, что если весь день ходить с мокрыми ногами, заработаешь тропическую яму. Ты что, издеваешься? Из-за этого он в лазарете? Ну да, хреновее случая я не видел. Вонят его гниющих ног, стоит аж на другом конце лагеря. Бедняга. Да, из-за таких, как он, у всех постоянно какие-то неприятности. Всегда в отряде оказывается какой-нибудь дилетант, или кто-то на грани срыва. А потом вдруг раз и бой. Сидишь под градом пуль в дерьмовой траншее, а рядом парень, от которого толку носит. Плевать это. Простая тропическая ява. Вот, в этом и проблема. Помяни мои слова. В этот раз будет полная задница. Так всегда начинается. Костяков. Сначала один срывается, потом другой, а потом уже и у всего отряда сдают нервы. Расслабься. Отсюда мы выберемся через каких-то 24 часа. Я думаю, столько-то мы продержимся, а? Ты чувствуешь? Что? У меня такое чувство, будто кто-то нас подслушивает и наблюдает за нами. Блин, да клонись уже. Ты себя взвинчиваешь из-за каких-то пустяков. Так, отлично. А, нам на ту сторону, да?
Хорошо. Не слыхал? Чего там с той грузинской снарягой? Нет. Тебя, похоже, это не интересует. Я рад, что не попал туда, а все остальное меня не касается. Я советую тебе пораскинуть мозгами. Босс потерял часть своих активов. Нет заложников, нет выкупа. А значит, шансы на то, что нам с тобой не заплатят, еще выше. Думаешь, настолько все плохо? Ага. А если к тому времени эта сделка с Листерсоной прогорит, то мы будем по уши в дерьме. Я не знаю. Не хотел бы я в этот момент находиться здесь. Свалить собрался? Пока еще не думаю об этом. Я знаю одного парня с лодки. Он может отвезти меня в Манилу. Отсюда я могу податься куда угодно. А еще одно местечко у тебя найдется? Может быть. Заплатишь половину и все решено. Но тебе лучше долго не раздумывать. Может, захватим с тобой снаряды? У нас нет времени. К утру лавочку прикроем. Филиппинские власти обязательно кого-нибудь пришлют. Вопрос только, как скоро. Филиппинские спецназовцы? Не знаю. Чего в них такого страшного? Да не важно, чувак. Не в этом суть. А в чем? Слушай, я не собираюсь ввязываться в драчку, если не буду точно знать, что после этой драчки получу свои денежки сполна. Точка. Не пойму, а кто с кем говорил? Они через рацию, что ли, говорили? В натуре? Ну ладно. Будем думать, что так. Если это и в натуре так. Юниформ, я нахожусь на балконе виллы. Запрашиваю визуальную разведку зданий к северу. Понял. Данные такие. Патрульный у центрального здания. Судя по траектории его движения, тебе лучше дождаться, пока он повернет за угол.
Смотрю, у тебя альтернативный план. Продолжай. Что, реально пойдет этого проверять? Это было тупо. Ну да ладно. Извиняюсь, такая погода, что кошмар. Всем участникам, заложник спасен. Занимаем исходное положение для штурма в километре от отеля. Есть новые данные? Никаких. По данным разведки, главарь наемников в зоне отдыха отеля. Там же и контейнер, который очень хорошо охраняют. Данных о присутствии Калала нет. Андерсон, ты как? Жив и здоров. Двигаюсь ускоренным маршем к площадке. 32-й. Примерно в 200 метрах к северу от тебя находится усиленный пост врага. Рекомендую обойти его слева. Понял. Ну, слева так слева, чё тут поделать-то? Прежде чем что-то делать, убедись, что полностью контролируешь ситуацию. Подожди, пока они разойдутся, и стреляй. Черт, показалось, наверное. Больше препятствий не обнаружено. Можешь выдвигаться на площадку. А вот в здании все совсем наоборот. Ясное дело. Проверю, как только буду на месте. Что, такая аптечка у этого чувака была, да? Ну окей. Так.
Не, здание было бы проверить. Почему бы и нет? Ну, здание не проверить, да? О! Еще одна секретка. Потом еще говори, здание не проверяй, да? Ха. Так. Три-три-три-три-три. Че, погнали туда? Вперед. Нифига не видно. О. Тут смотрю жестенько. Там кто-то есть? Чертов свет сбил меня с толку. Черт! Контакт! Твою мать. Да уж. Ну да ладно. Они внезапно тут, блин, побежали. И я даже не знал, что... Так, вот тут жопа. Соблюдать скрытность обязательно. Прямо на главный вход направлен пулемет. Юниформ, сообщите положение противника. Прием. Обновляем твою карту. Сейчас. Снимешь часового, и шансы еще больше возрастут. Крыша на один час. Лучше это сделать, когда он у правого края. Тебя он не заметит. Ты что, издеваешься? Следите за движением! Встань ты, ублюдок. Вроде завалили. Кого можно? Книги всякие. И еще кто-то может палить, да?
кто, где, это вопрос. Да, весело. Бля! Твою мать! Так, куда нам валить? Сюда, что ли? По крышам дома моего. По крышам дома твоего. Не, сюда забраться я не могу. Это бывает, да. Так. Говорит 32-й, я добрался до цели невредимым. 31-й тоже на месте, рядом с бухтой главного комплекса. Что показывает наблюдение с воздуха? Покупателя все не видать. Думаешь, наш радикал-островитянин струсил? Вряд ли. Возможно, трудности в пути. Этот человек много сил положил, чтобы подняться в рядах Абу Саяф. Он появится. Нужно только подождать. Всем рейзерам. Видим машину. Приближается к отелю с западной стороны. Гражданский седан. Будет через 20 минут. Вот оно. Всем приготовиться. Андерсон, мы на скале, расположенной примерно в 100 метрах от судна. Видишь нас? Так точно, вижу вас. Перекличка. Два противника на причале, еще двое у прожекторов на яхте. Да, вижу. Когда погаснет свет, убей одного из тех, что на причале. Там клумба. Тел не будет видно, а звук выстрела заглушит сильный ветер. Принято. Готов. Снимем их одновременно. Ты берешь того, что слева. Все хорошо. Сначала люди на яхте, потом прожектора. Понял, я разберусь. Неплохо. Отличный выстрел. Принято. Хороший выстрел. Рейзер, внимание. Один враг спрыгнул с палубы. Не дай ему добраться туда, где лежат тела. Убийство подтверждаю. Чисто. Ладно, приближаюсь к лодке. За берегом наблюдает патруль. Того, что находится выше, надо снять первым. Теперь займись другим.
Точка. Стреляй в Лысого, я возьму на себя его дружка. Район чист. Боевая машина приближается с юго-запада. Коул, погаси огни на причале, чтобы скрыть тела. Неплохо. Теперь займись другим. Отличная работа. Попробуем переждать. Так, они развертываются. Еще совсем немного. Хорошо. Погоди, жук. Убийство подтверждаю. Следующий — тот хреноплет у машины. Неплохо. Последний на пляже. Готово. Суша, у нас все нормально. Что там на вилле? Это место просто кишит врагами. Лобовую атаку не рекомендую. Мы обнаружили у деревянных колонн что-то похожее на центральный блок переключателей. Андерсон, у тебя прибор ночного видения. Если врубишь эту штуку, 31-й получит большое преимущество. Да, мне нравится. Что скажешь, поддержка? А, вот. Когда вы начнете, Рейзер 32? Может, тебе лучше использовать ночную оптику? А я что использую, в принципе? Штурмовая группа на месте. Твою мать! Огонь не прекращать! Вперед! Давай, давай, давай! Да, слабачки. Не могут какой-то... Путь чист. Хорошая работа. Идем. Униформа до Рейзер 33. Мы приближаемся к цели, как слышите. Вас понял. Действуем согласно плану. Главный русский появился в поле зрения. Приоритетная цель. Погоди-ка, я не ошибся? Это Меринов. Какого... Что здесь делает Меринов? Наш старый друг, кажется, очень прилично поднялся. Ты знал об этом? Скорее предчувствовал. Недавно до меня дошли слухи, что Меринов снова всплыл и теперь заправляет незаконной торговлей оружием. Когда мне сказали, что никому неизвестный русский жулик ищет покупателя на краденый вирус, я не стал долго гадать, кто он. Я его убью, Диас. Господи, помоги. Ты хотел сказать, мы его убьем, капитан. Как думаешь, почему я просил поручить это задание именно тебе? Что-то здесь не так. Они знают, что мы здесь. Всем отрядом выдвигаемся. Готов. Гомес, справа. Я цел. Вражеский снайпер. Откуда он стреляет? Келлер, я его не вижу. Укрытие. Цель наверху! Снимите его! Он готов! Чё за...
Слева. Готовы? Чё за прикол? Я не знаю, что за грук с анимацией произошел на этой миссии, но надеюсь, что сейчас будет все в порядке. Сейчас посмотрим. Так. Возникли осложнения. Диас и Николс были захвачены противником. Повторяю, наши люди в опасности. Я целюсь в водителя. Андерсон, отставить. Контейнер с чертовым патогеном опять ускользнет от нас. В мою смену такой прокол не случится, слово даю. А что бы то ни стало, перехватите Мериного. Наших людей, видимо, везут в том же направлении, так что если хотите увидеть их живыми, пошевеливайтесь. Слышите меня? Понял вас, сэр. Ага. Акт первый мы прошли, да? Угу. Юниформ, что известно о контейнере? Я нахожусь на берегу в километре... метре к западу от отеля. Вы сейчас меня видите? Да, Рейзер, видим. Контейнер сейчас по воде переправляют на юг. Калибри 6 следит за ним. Мы уже продумали маршрут перехвата и будем с ним синхронизировать твой. Кажется, Меринов и Калала направляются к взлетной полосе в 2 километрах к югу. Рейзер, твоя задача — слежение и затем нейтрализация. Ты не должен дать им уйти с этим вирусом. Понял, я в пути. Принято. Окей. Да, местечко, конечно, прикольное. Симпатичная, по-моему, миссия, если я помню. По сути. Так, вот так вот примерно. От слова примерно. Опять здесь какие-то миссии. Юниформ, пляж очень хорошо охраняется. Можете подсказать альтернативный путь к цели? Прием. Не можем. Также рядом с деревьями мы фиксируем тепловой сигнал машины. Тебе необходимо прорваться сквозь позиции противника, не поднимая шума. Отлично. Блин, одного я потерял. А, вот где второй. На пляжу был.
Такс. Все тепловые сигналы в доме уменьшаются. Попробуй занять станцию. Понял, работаю. У нас изменения. Судно причалило. Кажется, они заправляются. Наши ребята переместились? Прием. Никак нет. Контейнер и команда на месте. Ого. Ну окей. Хотя бы так. А что от этого места так долго продвигаться, что ли? В натуре? Ладно. Допустим, это так. Контейнер прибывает в гавань у станции канатной дороги. У тебя есть шанс немного сократить расстояние. Принято, Юниформ. Не спускайте с них глаз. Я спешу изо всех сил. Текс. Текс. Блин, из-за каких-то... А, или тут... Тут без патронов, что ли, чисто это... Бережок. Ну да. Фиговенько. Если чисто бережок. Ну и ладно, других вариантов у нас нет. По сути. Будем так передвигаться. А что еще делать-то? Походу. Так музыка, блин, резко меняется, что капец. Аж офигеваешь, по сути. Оу. Внимание! Беспилотник засек слабый сигнал. Вершина скалы на 12 часов. Угу. Окей. Можешь выдвигаться, Рейзер. Окей. Бритва вроде Рейзер переводится. По сути.
Передвигаться это куда? Сюда, что ли? Куда? Рейзер 32. Впереди станция снабжения противника. Множество враждебных целей. Принято. Есть способ пройти, не прикрывая самому себе задницу, а? Преодолей ограждение справа и ожидай инструкций. Мы выбираем. Прежде чем что-то делать, убедись, что полностью контролируешь ситуацию. Влево идти нельзя. Все открыто и много врагов. Можешь подобраться к утесу справа и подняться наверх? Не могу. Путь блокирует два врага. Поднимайся на утес. Там можно легко укрыться в листве. Пока, чувак. Еще эти документы, что ли, можно взять, или они просто для фона документы? Так, сейчас посмотрим. Документы. В смысле, лезть вверх? Нет. Ты имеешь в виду? Сюда наверх. Давай. И чё? Просто сократили, что ли, или что? Ничего не пойму. Да ладно. Будем считать, что сократили. Говори 32-й, я на утёсе над станцией канатной дороги. Вижу движение на той стороне. Принято. На нашем видео различимы часовые на своих постах. Сними верхнего часового, затем выходи. Хорошо, принято. Путь один. Подойти к правому краю утеса и спрыгнуть. Там глубоко, вода смягчит удар. Ага. Район свободен. Продолжай движение. Ну да, типа того. Диас, за это с тебя серьезно причитается. Рейзен, доложи обстановку. Немного круче, чем я ожидал. Но жить буду. Рада это слышать. Лови к пляжу. Ты должен расчистить себе путь до станции. Тепловизор показывает, что в доме впереди противники. Все. И что дальше?
Туда, что ли, возвращаться в натуре? Логика мне непонятна, но... Ладно. Сделаем как нужно. Текс. Здесь тоже практически ничего нету, да? Или есть? Есть, но не особо это все важно, да? Походу. Ладно. Пусть будет так. Тоже ничего нету. Вы серьезно? Вообще, даже никаких приколюх. Ну ладно. Угу. Я, по-моему, помню, что здесь еще одна лопата, компик, тут даже канатную дорогу включать не надо, да? Или это во время движения придется этой фигней заниматься? Пора уже запускать это шоу в эфир. Так. Когда там враги будут? Ну, хотя бы так. Вторые не появятся, нет? Вроде не должны, да? Или должны? Мы проверили район вокруг твоей позиции. Положение противника будет на твоей мини-карте уже сейчас. Врага. Окей. Хотя бы так. Андерсон, нужно прибавить ходу. У нас очень сжатые сроки. Мы должны вернуть патоген любой ценой. Глупое замечание. Скажите, как это понимать, капитан? Да, я понимаю всю важность основного задания, генерал. Только в этот раз обеспечьте нам спасательную группу.
Я намерен вытащить отсюда всех наших людей. Ну, или вторичные элементы задания, если по-вашему. Любой ценой. 32-й, конец связи. Почти все секреты на этом уровне. Прикольно. Такс. Патрончики мы уже взяли. В принципе, да? Птицы там что-то воркуют. О чем я и говорю. А. Через эту область. Подожди. А тут ничего внутри не будет? Здесь явно не будет 100%. Правильно? Правильно. Тут не будет. Окей. Тогда идем сюда. По существу, да? И не только сюда, по существу, да? По сути. Так, игра сохранена уже хорошо. Нахожусь у цели. Доложи обстановку, Рейсер. Видишь приоритетную цель? Прием. Не-а. По крайней мере, пока. 31-й. У вас на 6 часов вертушка. Держитесь ближе к земле. Вертушка села. Вижу Калалу. Никаких следов Меринова или контейнера. Юниформ присутствия союзных целей подтверждаю. Они в порядке, но под сильной охраной. Движение у взлетной полосы на востоке. Так. Вижу приоритетную цель. Сообщаю. В настоящий момент контейнер погружает в самолет. Наших парней не собираются забирать вместе с контейнером. Прошу разрешения вывести наших людей. Отказано. Основная цель патоген. Людьми займемся после того, как он будет у нас в руках. Генерал, я лучше представляю себе положение. Официально заявляю, что нам следует вывести своих людей и перехватить самолет в воздухе. Запрещаю. Нам не о чем производить перехват. Это прямой приказ из центра спецопераций. Выполняете задание. Вам ясно? В Николса попали. Черт побери, они убирают своих. Он беззащитен, его надо прикрыть. С тебя пиво. Два раза. Уже 4. Да. Короче, ящик пива. Шутник. Черт, куда он направляется? Говорит Диас, AC-1337. Меня кто-нибудь слышит? Говорит Рейзер 32. Чертовски рад слышать твой голос, Диас. Аналогично, приятель. Я хочу отсюда выбраться. И помощь мне не помешает. У меня ржавый автомат и горсть патронов. На берегу чисто? Нет. Ясно, значит, отрезан. Хорошо, я в пути. Я могу тебя потерять. Меняю позицию, держись. Понял, поспеши. Да ёбарасы ты, алё, я понял. Да блин. Давай хотя бы так. Зарываюсь, прикрой меня. Блин, чувак, не ори. Мне нужно прикрытие. Гранатометчик! Да блин! Не вовремя перезарядка, мать его, так.
Машина на востоке. Быстро приближается. Хватай гранатомет! Вот это выстрел. Прям как нокаут. Самолет взлетел. Твою мать. Черт, Уиллер меня за это выберет. Все это плохо кончится, прям как в Сараево. Диас, мне нужно спуститься с утеса. Встретимся в 500 метрах к западу. Хорошо, понял. И Коу, спасибо, друг. Главное, выберись оттуда. Вот-вот будут здесь. Сюда. Ну давай! Хочешь, чтобы тебе задницу оторвало? Вперед! Я валю, валю. Слава, очень жарко. Нужно от них оторваться. Бегом! Живее! Скорее, перелезай! Граната! Спек. Угу. Как-то так, да? Ну, хорошо. Сержанты Андерсон и Медекс. Да, сэр. В Боснии складывается чертовски дерьмовая ситуация. Поскольку вы лучший снайпер и наводчик, которых может предложить Беннинг, мы решили направить туда именно вас. Сараево сейчас осаждают сербские войска. У нас есть достоверная информация о творящихся в городе кровавых бесчинствах. Главный их инициатор — этот сукин сын. Майор Марко Владич. Отряды ликвидаторов Владича методично вырезают гражданское население в районе Стариград. Со всем уважением, сэр, но почему этот ублюдок еще жив? НАТО не может действовать, пока не предъявит журналистам неопровержимые доказательства преступлений Владича. По городу гуляет старуха с косой, а вы отправляете нас туда как папарацци? Ваша задача — встретиться в заданном месте с информатором ЦРУ. Местный жулик, фамилия Меринов. Он будет вашим проводником. Как только снимете на пленку преступление Владича, сразу убираетесь оттуда. А если наткнемся на Владича? У вас четкий приказ, капитан.
сделайте снимки. Потом уже поговорим о Владиче. Все поняли? Да, сэр. Удачной вам охоты, господа. Понял, 32-й. Сигнал показывает, что ты в 2 километрах к юго-востоку от окраины города. Разведка сообщает, армия сербов полностью блокировала Сараево. Будь очень осторожен после выстрела. Говорят, посоветовать этот контакт командованию было твоей идеей. Кто он? Просто мелкий жулик и подонок. Когда мы были в Афганистане, он пытался впаривать очищенный спирт под видом выпивки. Но поверь мне, кто-кто, а этот на территорию врага пролезет точно. Он приведет нас к Владичу. Ты хочешь сказать, к доказательствам? Ну да. За мной. Лес какой-то. На 12 часов танк, держись. Поправлюсь. Никчемный металлолом начала 90-х. Цель — солдат на броне. Расстояние 150 метров. Ветер постоянный. Можешь начинать. Теперь тот, что чинит двигатель танка, справа. Расстояние тоже. Легкий восточный ветер. Огонь. Чисто сделано. За мной. Надеюсь, ЦРУшники не станут назначать встречу в самом центре боевых действий. Ага, интересно. У ЦРУшников была веская причина назначать встречу в эпицентре боевых действий. Разве они больше не закапывают трупы в лесу? Как всегда циничен. Судя по тому, что я слышал, парень дешевка, и он сам настоял на встрече в этом месте. А еще сказал, что там получатся фотографии высшего сорта. Еще меня называешь циником. Отличный выстрел, друг. Да, что-то прям тут подтраивает маленько. Внутри движение. Заходим потихоньку. Я на точке. Прикрой мне спину. Сделаем. Наконец-то хоть одно серьезное дело. Потом похвастаешься, Карл. У нас есть задание. А я тут сижу и думаю, что Уиллер — это главная зануда во всей операции. Давай, двигай. Внимание, 2, 3 цели. Одна в окне, 2 снаружи. Ступай по сигналу. Первая цель улев. Твою мать! Точно в цель. Да, снайперка такое себе. Не такая крутая, как оригинальная, но... Патруль приближается. Черт, давай за мной. Ну давай, давай. Тихо. Замри, не шевелись. За мной. Этот урод мой.
Кажется, они направляются в город. Нужно поскорее закрыть сделку. Войну больше не выигрывают пушками. Выигрывают, подкупая за булдык в подворотнях. Ну, все не совсем так. Слово и образ не слабее пули. Чтобы добиться своего, нам понадобятся политические рычаги. Черт, приятель. Мне становится все сложнее любить свою страну. Стой. Впереди очень много врагов. Не стоит лезть в бой. Лучше обойти их. Иди за мной и будь начеку. Конечно, шеф. Цель впереди. Оставь его, он слишком открыт. За мной. Еще один справа. Не стрелять. Вероятно, є нека животиня. Стой. Выдвигаемся. Будь начеку. Еще двое патрульных. Пусть пройдут. За мной. Впереди контакт. Снимаем их. По-тихому. Это еще что за фигня? Это не просто выброс дыма. Иначе он бы уже развеялся. Давай побыстрее. Твою мать, ложись живо! Очень рискованно, Карл. Напомни потом, что тебя слушать нельзя. Не дрейфь, напарник. Я же рядом. Тебя ждет снайпер наверху. Немного усложним правила. Ну как, одним выстрелом двоих убьешь? Хорошо. Тот, что слева, теперь легкая добыча. Окей. Так.
Это полный абзац. Кажется, мы влипли. Наверное, остатки хорватских ВВС пытаются отвоевать плацдарм для своих. Они, наверное, сумасшедшие. Летают так низко под носом у ПВО. Плевать на все! Значение имеет лишь наша точка встречи на том конце квадрата. Надеюсь, у тебя есть с собой взрывчатка. Иначе нам придется обклеить орудие 100-долларовыми купюрами и ждать, пока их растащит по частям. Да, все вижу. Надеюсь, летчики хоть раз прокатят за то, что мы делаем их работу. Прикрой меня, я выхожу. Установи С-4 на орудие! Сейчас, не ори. Блин! Давай. Блин, на все орудия нужно установить. Заряды установлены. Выбери подходящую дистанцию и отправь их на тот свет! Окей. Чё рать-то? Возвращайся к обозначенной цели, солдат. Расчёт орудия мёртв. Двигайся вперёд, уничтожь другое орудие. Блин, да я как бы... Устанавливай С-4, живо! Таебическая сила. Установи С-4 на орудие. Может, ты перестанешь орать? Да. Демон визуальный контакт. Глава доллар! Устанавливай С-4, живо! Можно убить сначала людей, придурок. Что ты орёшь? Продвигаются к северу. Не знаю, надолго ли, но нам надо исчезнуть. Встретимся позднее у подземного перехода. Хорошая работа, Кол. Его крутейшество Мэддокс похлопал меня по спине. Я об этом мог только во сне мечтать. Этот парень должен ждать нас по ту сторону перехода. Идем. Кто-то идет. Прячься. Да.
Я тут 2 часа и уже ненавижу. Вы Андерсон, верно? Меринов? Собственной персоной. Уже наслышаны обо мне, а? Резюме потом пришлете, сейчас речь о другом. Американцы, всегда вы куда-то спешите, бежите. Учитесь расслабляться. Бутылочка водки. Симпатичная девушка, чтобы кровь не стыла. Хотите? Для гостей найду без проблем. Потом как-нибудь. Мне сказали, вы знаете дорогу. Да, к несчастью. Ни за что на свете не хотел бы возвращаться в это ужасное место. Но души жертв Владича требуют мести. Мы ведь здесь именно за этим, да? Верно. Ну и ради чемодана, набитого чистыми купюрами по $100. Кажется, я не нравлюсь вашему спутнику. И мне тоже. Но мы здесь не за тем, чтобы клясться в вечной дружбе. Чем быстрее отведете нас в лагерь Владича, тем раньше получите свои деньги и вернетесь к своей насыщенной жизни. Я все понял. Идите за мной. Ага, это акт уже второй был, да? Так, что дальше? Рейзер 32, вы вышли на связь с приоритетной целью Янки. Прием. Юниформ, Рейзер 32. Вышел на связь с приоритетной целью Янки. Вас понял, Рейзер. Может доставить? Вроде бы он так думает. Только с этим парнем что-то не то. Не доверяю я ему. Прибереги свое мнение до успешного завершения задания, сержант. Держи цель на коротком поводке. Добудь фотки и сваливай. Подтверди. Да, сэр. Работаем. Угу. Пушки взорвались. Это ваша работа, да? Хороший фейерверк. Но теперь мы идем тихо, ладно? Не нужно убивать всех, кого увидите. Только клоунов, у которых духу хватит спросить, куда мы идем. На твоем месте я бы заверил нас, что Владича мы точно увидим. Да, Владич сейчас в парке. С третьего этажа все отлично видно. Снимки у вас будут что надо. Идем, но осторожно. Тут повсюду солдаты. Ага. Затворена формация! Всем занять укрытие. Ждем, пока прекратит. Подстройся под того, что у окна, и стреляй. Неприятельский
контакт! Открыть огонь! Не дайте поднять тревогу! Сейчас, подождите, чуваки. Идем. Детки всякие, по сути. Хорошо, пошли. О, нет. Открыть огонь. Снимай их быстро. Мета изгублена. Еще один. Останете у закону! Все чисто. Идем. Сюда не надо идти. Или это тупики? Ладно. Будет там хотя бы еще на этаж выше. Окей. Текс. Идем. Владича я не вижу. Бог ты мой! Что за херня творится? Нет. Давай покончим с этим. Господи! Вот сволочи! Мы должны пойти туда и убить их всех! Черту задание Уиллера! Слушай, мы с тобой давние друзья, поэтому я сделаю вид, что ничего не слышал. Вытри сопли и приди в себя немедленно! У нас нет права на ошибку! Ты сказал, что Владич будет здесь! Ты ведь что-то задумал, да? Да откуда мне нафиг знать, где сейчас Владич? Этот урод небось валяется где-нибудь пьяный в стельку и в луже мочи. Как я могу знать наверняка? Карл, наша цель не Владич. Мы должны доставить пленку. Ты видел, что здесь творится?
Почему мы тут торчим? Нужно завалить Владича сейчас, чтобы потом не возвращаться. Карл, смерть одного человека ничего не изменит. Мир должен увидеть кадры с пленки. Еще одного геноцида в Европе надо не потерпеть. А сколько еще невинных людей умрет, прежде чем кабинетные крысы поднимут свои толстые задницы и что-то сделают? Мы даже не знаем, где сейчас Владич. Я знаю про одно место. Я иду искать Владича. Если надо, в одиночку. Мать твою. Ты покажешь нам, где Владич. Обманешь нас, и ты труп. Понял? Да. Да, я понял. Слышишь? Сюда движется танк. Прячься. И что теперь? Посмотрим, что будет потом. Вот вам и магазин. Все в порядке. Мы выйдем с другой стороны. Держитесь поближе и делайте, что скажу. Ты дорогу показывай. И не вздумай что-то учудить. Хорошо, пошли. Вон там! Уберите этих солдат! Доставай нож. Тот сукин сын, что слева, мой. Значит, любишь кровь, да? Ну и как тебе это? Карл? Черт, парень, держи себя в руках! Я все понимаю. Люди Владич очень жестокие, так им и надо. Заткнись уже, идем. Да, политика. Кого стрелять? Удача благоволит нам. О, нет. Давай стреляй, Кол. Узбуна! Должен быть у камеры полка! Открыть огонь! Снимай их быстро! Да ёпарасоте, а? Перезарядился, блин, вовремя. Капец. Того часового. Другой на мне. Главное, чтобы они не подняли тревогу. Понял. Как ты его? За мной. Ничего нету, да? Ну, ладно.
Нету, так нету. Проблем-то. Снимаем его по-тихому. Чёртовы минометы. Тут на каждом шагу опасность. Как вы вообще умудряетесь выжить? У меня двоюродный брат в Нью-Йорке. Так он каждый день по 5 часов стоит в пробках. Как тут выжить? Все как в джунглях. Приспосабливайся или умрешь. Ну. Посмотри. А теперь что за дерьмо там произошло? Эй! Бежите удавьте! Чукелы! Мы ничего не сделали, прошу. Сохраняй спокойствие и не вступай. Брже, брже! Я знаю этих людей. Сейчас разберемся, без проблем. Ждите здесь. Нет, Меринов. Друзья, привет. Дерьмо. Это я, Меринов. Валим их. Этот козел нам нужен живым. Ха-ха. Прикол. Посмотри. А теперь что за дерьмо там произошло? Эй! Бежите удавьте! Чукелы! Мы ничего не сделали, прошу! Сохраняй спокойствие и не вступай. Брже, брже! Я знаю этих людей. Сейчас разберемся, без проблем. Ждите здесь. Нет, Меринов. Друзья, привет. Дерьмо. Это я, Меринов. Значит, что мы брать снова с хаматом, и он мертв. Вадим. Мертв, я! То американец! Держите-ка! Вижу вдалеке новые силы противника, еще высаживаются. Ну, поехали! Случайно успокоиться, я его сам убью. Это место полное дерьмо. Нужно занять хоть какую-то чертову высоту. Полный чан! Человек поглотит! Бля, да сколько их там, бля? Так. Вот так, не бритый! Человеку полежит! Да еперас. Хрен завалишь, блин. Никаких фокусов, засранец, понял? Мы здесь не за тем, чтобы спасать твою жалкую задницу. У меня все было под контролем, пока вас не заметили. Хватит. Сколько еще идти до Владича? Недалеко. Идем.
Прячемся от снайперов, идем через стоянку. Ему, блин, легко говорить этому говнюку. Не останавливаемся. А нам все это разгребать. Так. Ага. Так, ну я думаю, мы на этом месте остановимся. В принципе, прилично поиграли. Так что отсюда потом продолжим в следующий раз. Вот. Так что спасибо, в принципе, что смотрели. Дорогие друзья, с вами был Казуко Фэмили. Вот мы уже где-то половину прошли снайпера Призрачного Воина 2. Снайпер Ghost Warrior 2. Вот. Я надеюсь, было, в принципе, интересно. Вот. Ставьте лайки, приглашайте друзей. Всем до новых встреч. А в следующий раз, скорее всего, уже будет финал данной игры, потому что раз уже половину практически прошли. Так что, в принципе, всем до встречи, всем удачи и всем пока-пока!